Просто поглядите на это, я все понимаю. Вот это, по-вашему, сексуальный контент. Правильно? Вот за это дали бан Каоми на Твиче. Вот за этот момент. Вот за этот момент. Что здесь такого? Боже мой, вот этот шарик, какая нахуй разница? Что, блядь, вы серьезно? Вот из-за этой параши давать бан на Твиче? Твич, а вы не охуели или не? Как бы, по факту, серьезно. Просто я не понимаю. Вот за эту шнягу давать бан на 3 дня. Следующий бан будет на неделю, потом пойдет на месяц, потом пойдет на год, а потом уже пермач. Логика. Спасибо вам, Twitch. Минус один хороший стример. Поэтому сори. Нет, это полный пиздец, конечно. О боже.